Так, сегодня у нас 12 августа 2019 года. Время сейчас дофигища. 16:17 по Москве. Соответственно, 15:17 по местному курляндскому, ну, в смысле, этому норвежскому. Вот. Дошли мы до какого-то Торихейма. Ну, в общем, турист какой-то. Это очередная хижина. Вот. Здесь обедаем. Тут внутри все платное, а тут столик бесплатный, поэтому мы тут перекусываем. Предположительно. Ну, по крайней мере, я надеюсь, думаю, нас никто не поймает. Поймает и не догонит, да, и деньги с нас не возьмут. А там напротив, вот потом покажу, там уже первая такая знаковая, ну, как вторая знаковая цель нашего похода, это тот самый сосок норвежский. Хартеген гора. Вот, скажите что-нибудь каждый. Ну что можно сказать, нам сегодня не повезло на общение с иностранцами, мы никого не встретили по пути до хижины, в хижине мы встретили троих иностранцев, очень неразговорчивых, да. Так ну, что, ладно. Ну может быть раз все еще впереди. Да, надеюсь на квенни, наверстаем упущенные. Ну, сегодня еще шел дождь почти весь день, сейчас маленько выглянуло солнце, вот, но не надо думать, что... Что у нас тут все время, на самом деле. Мы сегодня шли под дождем, практически. Вон, вещички наши, слушайте. Да. Промокшие. Ну вот, собственно, сейчас я покажу наш заветный сосок. И гигантское озеро тоже не стоит забывать. Ну и озеро, да. Ну, покажем. Такой режим пролета. Ага, вот он, сам тот самый Хартеген. Ну и близлежащее около хижины озеро. В общем, до Хартегена здесь километр 3-4. Правда, подъем на него тоже нетривиальный с той стороны. Посмотрим, если успеем, сегодня сбегаем. Ну, не факт. Там еще где-то лагерь надо разбить за ним. Ну, в общем, будем смотреть. Время-то уже позднее. Ты там с рюкзаком не пролезешь. Ты не пролезешь. Я вон сверху спрыгнул. Ты за себе ступеньки.